Так, народ, здорово. Ну чё, я на выгрузке выгружаюсь. Короче, полистал атишку, вообще тишина, блин. Ну я думаю, завтра что-то пойдет. Сегодня воскресенье, сейчас выгружусь. Туда-сюда постараюсь мойку найти, еще бы мойку найти, было бы вообще ништяк. Ну вот так. Не знаю, что-то листаю атишку. Смотрю. Еще, кстати, неприятность вчера вечером, видали, какая произошла. Прилетел камень в стекло. Столько отъездил вообще. Ой, блядь, видно, нет? Видно, ну. Вот он. Столько отъездил вообще, как бы без проблем. А тут на тебе, блядь. Печально, что могу сказать. Ну, лишь бы не повлияло на следующее прохождение техосмотра, чтобы не менять стекло. Ну, а так, вроде, по сторонам не пошли стрелки. Ладно, что, давайте. Так, что, процесс движется. Выгружаемся. Идет потихоньку процесс. Бля, еще бы на мойку, да, заскочить. Грязнючая лапочка, блядь. Конкретно грязнючая. Ну ничего, отмоем. Заслужила, заработала. Все, выгрузился я. Едем, наверное, с Прокопьевска, переедем в Новокузнецк на любимую замечательную ленту и будем выжидать загрузок. Так что вот такие вот дела. Выгрузили, все нормально, все, рассчитались, все отлично. Едем на ленту, надо. На ленту надо. Амортизаторы мне еще прикрутить. Сейчас заеду в автомагазин, куплю там гайки, резинки новые сразу. Все поставлю, прикручу. Зайду, посмотрю, сколько тут колеса стоят, резина. Но я думаю, тут это стоит до хрена. Потом уже в Омске буду покупать. Но зайти все равно стоит, я думаю, посмотреть. Так, ну итоги пока меня не радуют по этому кругорейсу. Сейчас будем надеяться, что загружусь домой. Нормально. 20 рублей еще получается километр я езжу. Если бы вот один там молодой чемодан не кинул меня с загрузкой на до Кемерово, то получилось бы 23 рубля километр. Ладно, пока что расстраиваться. Конечно, это очень херово. Но пока я думаю. Рейс не закончился. Возможно, мы приедем домой по хорошей ставке. Возможно. Но не факт. Так что так, ребята, ну что, ладно, давайте до включения. Вот, заскочил я на мойку, блядь. Еле нашел, тут, блядь, цены бешеные. Все, преображается лапочка, блядь. Ну, видали, какие брызговики, а то из-за грязи не видно будет. Вот что, намыли. Красота теперь, блядь. Красота, чистота. Короче, вот мойка.
Да, не видно солнце. Вот мойка. Это улица, я так понимаю, Хлебокомбинатская, что ли. Напротив вот газ детали. Короче, сейчас с улицы выйду, покажу. Короче, отдал 450 рублей. А до этого я заехал на мойку. Мне 1300 посчитали. Я говорю, иди ты. Короче, вот. Это в Новокузнецке. Хлебокомбинатская улица. Тут вот лента недалеко получается. Куда сейчас поедем стоять? Автозапчасти. Вот оригинальные запчасти КамАЗ и автомойка. Вообще, ребята, классно все помыли. Большой им респект. Так что такие вот дела. Ладно, тогда что, поедем на ленту. Еще, бля, гайки надо купить. Гайки не нашел я. На амортизаторы прикрутить. Ну да ладно. Давайте всем до включения. Так, ну что, мы все на ленте. Машину намыли. Вот. Так, вот, а вон коллеги еще пару машин стоят. Че, приехал я на ленту. Как всегда, у нас спонсор показа — магазин Лента. Тут есть недалеко шинный центр. Хочу сходить, посмотреть, что да как там. Может, мало ли черт чем не шутит. Может, тут, блядь, на халяву колеса. Сейчас, наверное, фен пока выключим, что он будет маслать. Так-то вроде не холодно. Пойдем посмотрим, что может нормальный, адекватный ценник. Почему тогда и не приобрести здесь колеса? Я еще в прошлый раз хотел туда сходить ради интереса. Ну а тут уже думаю, ладно, схожу, коль такая ситуевина возникла. Колесо, кстати, блядь, жалко. Вот проехал, наверное, 1060, наверное, на этом резине. Че вообще? Да вот тут второе камовское колесо вот так вот себя ведет. Почему? Не могу понять. Ну, думать и гадать я не буду. Пойду посмотрю, если такая же есть резина. Я такое же возьму, одно колесо. Потому что два брать. Не знаю, надо на летом брать резину. Что-то смотреть какую-то. Ладно, тогда что, давайте туда приду, там уж ценники поснимаю, что-то как. Че, залез, короче, под машину я. Так, уже начал это, ну, прогонять резьбу. Вот, резьба-то, в принципе, все нормально. Сейчас резиночки, я там все купил. Все ништяк, все огонь. Ну, так что еще вот, блядь, беда, не заметил я по ночи, короче. Ох, сейчас не знаю, как показать. Вот, видите, да, лопнуто. Вообще ночью было еще и все в снегу. Ладно, что, сейчас будем, ну не сейчас, домой приеду, буду что-то решать. Либо менять, либо может заварить. Ну, ладно, тогда что. Опа. Влазим вот под машины. Опа, опачки, блядь. Так вот, купил я, короче, резиночки. Шайбы. Ну, шайб не было. Зашел в газелевский магазин, а там еще нету ничего, бля. Вот только резиночки купил. Даже гаек не было. Шайбы — это вообще снивы. Но я думаю, ну, должно пойти. Новые резинки, они же не должно сильно так задавливать. Это с Саленблоков снивы, кстати.
Ладно, что, ребята, буду ковырять, потому что я не могу телефон никак поставить. У меня нет никаких плитосов. Все, давайте потом сниму результат, что поставил. Что-то как. Так, ну вот еще коллега подъехал. На ленте. Теперь вместе будем курить бамбук. Тоже ломался дорога, как и я, блядь. Ну что, друзья, решил поснимать, пока это... Ну, делать нехер. Вот у меня двигатель Евро 3, видите, переделанный на механический. Дроссель. Тоже переделанный. Катушки стоят отдельно. Вот, а сам мотор Евро 3. Так что вот такие дела. Будешь? Не, я не курю. А, или что-то? Ремонт. Снимаешь? Ну. Контент? Да. Скажешь мне, я подпишусь. А у тебя грязный, откуда? У меня это, примерзало что-то, блядь. Я купил этот. Давай я тебе дам, побрызгаешь. Дроссель-то чистить. Давай. Сейчас. Я на севере был, мороз был. Примерзало, блядь. Хотя она и греется. И что делать? Вот просто поболтай маленько. Побрызгай, почистишь. Этот. Сверху и внутри? Да, ну потом ее откроешь. Это... Ух ты, блядь. Это карбюраторы чистить, которые. Бля, ее ровно надо держать. Видишь, боком она не... Как видно? А, там генератор, да, стоит? Нажимай. О. Выше. Выше. Вот сверху давай, поднимай вот так вот, вот наверх. О. О. Все, блядь, красота, блядь. Нахуй. Дроссель почистили. Заодно. Ну. Халява, вот тоже аккумулятор, как у меня, тоже, говорит, херовый. Ебало. Блядь. Да, у меня, вон, смотри, рылюшку он поставил. Ты вот. Регулировку? Вот, видишь, руле. Я тоже хочу такой поставить. На мой генератор 800, 800 рублей стоит. На генератор, на твой генератор, наверное, она стоит 1100, что ли, у нас вот в Омске. Вот смотри, специально помыл. Промо. Нет таких, нахуй. Есть у нас в Омске, она стоит 1100. Да она у тебя в этот же упала, в канистру, на. Да. Ну теперь пускай весь. Блять, потом прокачивать нахуй. Воздух, блядь. У меня воздух почему-то долго, я не могу это. Кого? Ну воздух долго выкает. Вон вот этот слон, снимаешь? Ну я помню. Чтобы поменять? Да, вот, да. Ну, бежала со шланга, да? Шланг. Нет, отсюда. Да мне кажется, со шланга бежала сюда. Нет, шланг сухой. Вот. Ну что-то я не знаю, мне кажется, да. Со шланга, что... Нет. Он у тебя лопнутый был, где кусочек-то этот? Лопнутый верхний был. Вот нижний. Вот нижний. А, бежала с нижнего? Нет, бежала вот отсюда. Это же вторая. Бля, этот тоже лопнутый, смотри. Ну лопнутый, есть, но я сейчас обрежу. Бля, они у тебя вообще дубовые. У тебя хуча получится, понимаю, с ними, нахуй. Делаем из чего есть. Ремкомплект есть? К ним? Да. По-моему, нет у них. Ебать, мне их нахуй штук 5 дома. Это надо разбирать, просто посмотреть, нахуй. Может, самому можно там что-то, блядь.
какую-нибудь кольцо стоит. Кольцо или подобрать нахуй кольцо, или намазать герметиком, как всегда, нахуй. Где, блядь, варежка? Потому что новый он, блядь, нихуя тоже не ходит. Вон она, варежка-то. А ты не электрик? Нет. А? У меня Борисов нет сзади. Говорит. Едем в Кемерово. Чё? Ну ничего, Снатка, ты чё, охуел? Когда, блядь? Я, значит, не сегодня. Вадим, точно не сегодня. Я сломался, машину разобрал. Я же тебе сказал, на завтра. Ебать. В Кемерово. Логист? А? Логист? Да. Ты? Хитря, блядь. Чего ты там нахуй? Ездить нихуя. Надо смазать было. Старые шланги, блядь. Как нахуй смазать? Чем? Ну как, когда не лезет, плюнул, блядь. Да, вопрос, нихуя уже не сниматься, блядь. Так, если вот так он будет стоять, нахуй. Вот так он будет стоять. Он уже потряснулся. Так ему кобзда, потому что. Да. Лишь бы вот это не пережимало, блядь. Вот он. Нагреется, чуть-чуть. Когда не будет его жрать. Пережат, блядь. Да в рот его ебать. Сейчас мы вот так затянем. Да он здесь. И все. Ну, а 8. Вы в Омске сидишь, что ли, снимаете-то? Угу. Я друган с Омска снимал, блядь. Она не ехала-то, блядь. Да. А, тут грязи просто в фильтре. И дышать не видно было. Ты посмотри, что, блядь. Ну все, хули. Выкидывать его только нахуй. Фу, блядь. Помойка ебаная, блядь. Сука, иди сюда. Где-то ты, походу, грибанул у грязи, блядь. Ну-ка. Ох ты, нихера тут. Ох ты, нихера, где ты ездил? Где-то на пилораме на какой-то, блядь. Какая помойка, ёпта. Да копилки вроде какие-то, да, летят, блядь. А там в дорогу за пилками засыпают. А-а-а. Ебать! Ну, вот, а ты говоришь, у тебя расход 25 литров, блядь. Конечно, она дышать не видела, чем ей дышать, блядь. Она даже не дышала, да? Ну вот, она вьет, сейчас задышит, а у тебя 15 будет расход. Она новая не была, блядь, такая она. 15, блядь. Пиздатый фильтр, да? Да. Охуеть, блядь. Скинь его сейчас, да? Его, походу, стянуло аж, блядь. Чё? Стянуло, походу, аж, блядь. Как? Так, ну чё, ребята, сходил я в магазин. День рождения же у меня сегодня. Вот сейчас с коллегой по рюмочке пригубим. Потому что время уже 6 час, а загрузок нет. Ладно, тогда чё? Пойду вон. Ковыряет машину. Давайте всем до связи. Короче, что, народ, перестала у меня запускаться автономка, блядь. Полезу сейчас чинить ее, наверное. Что-то насос, походу, не хлопает. Не знаю, сейчас буду что-то решать. Дела какие-то, блядь. Че ты говоришь? А, не запускается автоном. Тоже не запускается? Да. Пиздец, ну конец, видите, какая, блядь, ситуация. Хотя обещал я не материться, извиняюсь.
Ну вот почему-то не запускается. Да тут. Бля, не за хера. Чё за дела-то, бля? Вроде всегда я обслуживал там. Говорят, керосин надо наливать, я бензин даже наливал. Так что хер его знает. Чё делать, блядь? Ладно, сейчас разберемся. У тебя шланг есть, нет? Чё? Шланг. Какой? Блядь, бензин слить. Нет. Нет? Нет. А как ты едешь в дальнобой без бензина на? Вдруг где спиздить? Вдруг где спиздить бензина на? Не, в баке есть. Да, шучу. Ну понял. Ладно, чё, народ, давайте. Будем искать. Проблемы сейчас нет. Ну вот, друзья, товарищи, завершаем видео. Короче, отмечаем мой день рождения. Встретил коллегу я с города Пенза. Андрей зовут его. Все. Взяли пузырек. Сейчас засадим или внедрим. Или третий. Ну, не важно. Короче, внедрим в свой организм. Ну и все, давайте, друзья, что, подписывайтесь на канал, ставим лайки. Не забываем комментировать видео. Ладно, давайте, всем пока. До связи. Я думаю, завтра мы уже будем записывать новое видео. Давайте, всем пока.